2020 год станет юбилейным и для наших соседей. Республика Татарстан также отметит столетие со дня образования. Этому событию посвятили межрегиональную выставку произведений художников Чуваши и Татарстана с символичным названием «Навеки вместе», которая открылась сегодня в Национальной библиотеке. Чуваши и татары – не просто соседи на карте. Истории этих народов тесно переплетаются уже много столетий. Добрососедство наложило отпечаток на обычаи и культуру обоих народов. Мы решили художниками объединиться и показать современное творчество художников в живописи, в других видах искусства. И вот эта выставка у нас будет первая, которая начинается в Чебоксарах и потом дальше продолжится уже в Республике Татарстан. Главная задача экспозиции – показать роль искусства в сближении народов. Язык творчества не имеет границ и является самым универсальным способом межнационального общения. И наши художники совместно с художниками Чувашской Республики создали прекрасную выставку. Здесь можно видеть душу двух народов. Всего на выставке представили более 110 произведений в различных жанрах и техниках. Богдана Дойникова, Татьяна Раевская, Бахтияр Велиев, Республика.